Здравствуйте, представляю ваш номер номер один. Aldi Kids Mix. Детский микс, демисезон, страна Германия, вес 7400, количество 46 штук. Ну, демисезон так с натяжкой, конечно, сказано, будет очень... В основном все легкие такие вещи. Одна курточка, одна безрукавка, а такие все. Шортики, футболочки, сланцы, кроссовки. Так что вполне на лето, сейчас на сезон, они даже очень пойдут. Так, шорты рост 140. На рост 152. Рост 86,92. Рост 128. Комплект шортики и футболка. Рост 74,80. Рост 86,92. Штанишки, танковка. Рост 158-146. Шорты купальные. Рост 128. Рост 122 джинсы. Стрейч. Пара юбок рост 152. Синяя розовая. Рост 134. Футболки две штуки, рост 146, вторая рукава такие покороче, больше на маечку похоже вот это вот. Шорты две штуки, рост 98. Две штуки майки рост 140, розовые полоску. Футболка рост 140. Пляжный такой вот костюмчик, как бы набор, бейсболочка, футболка и шортики, рост 74,80. Костюм на рост 128 на девочку, штаны, танковка, джинсы по типу такие какие-то стретчевые, штанишки или брючки. В упаковке две штуки, на рост 98, розовые и темно-синие. Такая вот олимпийка на рост 140. Такого же плана видели, да, есть из этой же серии 10. И шорты, и футболки, олимпийки. Трусики в упаковке 5 штук, на рост 134. Поэтому вещей больше, чем на самом деле я сказал, да? Я считаю упаковку за единицу. 31-32 размер. От 0 до 6 месяцев пинеточки. Розовые там. Такие со звездочками. Набор шорты и маечка на рост 92. На рост 128, 74,80 рост. Шестьдесят
62-68 рост. 62-68 комплект футболка и шорты. В упаковке две штуки пижамы 86-92 рост. Футбольный такой вот костюмчик, футболка, шорты и гетры на рост 134-140. Детская вот такая вот тельняшка на рост 146-152. Шапочка и шапхамут. На рост 128. Есть курточка вот одна. Размер 32. Сланцы 33-34. Тридцать на липучках, бутсы, фирма Краны. Второй размер по типу кроксов. 30 размер на липучке. Носочки 3 штуки в упаковке, ну 3 пары. 23-26. Спасибо за внимание.